Всем здорово! Сегодня вышел новый патч 3.8, и у нас шикарнейшие баннеры. Малышка Кли и Эола, и конечно же мы покрутим Кли. Почему бы и нет, эта малышка прекраснейшая, особенно ее скин. И надеюсь, вы посмотрели видео, которое выходило не так давно. Причины любить Кли. И мы, конечно же, ее сейчас выбьем. Я очень, конечно, на это надеюсь. И для всех напоминаю, залетаем в телеграм-канал, и аккаунт с этой малышкой будет ваш. Обещаю. Но это не точно, но, наверное, обещаю. Что-то круточки, конечно, такие себе. Что-то четверочки, конечно, плоховатые. Один мика падает, а что такое? А можно... Тому, пожалуйста, ну, одного. Нет, один мика у нас будет. Окей. А сейчас, может быть, вот легендарочка. Так, что же нам прилетит? Хотелось бы, конечно, Кли. Проигрыш, может быть, дэхью какую-нибудь. Но не делюка точно. Ну, это не делюк, понятно, это Кека. Кека, здравствуйте. Да, я не знаю, чего сказать вам. Я пропустил, как-то у нас Тома был вообще. Или мы собираем Мика C6 под Иолу. А крутим мы Кли, да? Ну да. А вот и Тома. Окей, спасибо. Все, на этом заканчиваем крутки. Спасибо, что смотрели. Больше нам ничего и не надо. Если мы с этого количества не выбьем сейчас две четверки в одной десятке, окей, это хорошо, но хотелось бы как бы Кли, хотелось бы малышку себе, а возможно со скином. Ну, скин это вы уже, конечно, купите себе сами, если захотите, если будете играть на этой малышке. Я надеюсь, вот сейчас, да? Нет. Так, нет. И что нам не хватает, да? Несколько круток, но мы явно не... Ну, никак. Или я плохо считаю. А, извините, а что Рейзер забыл тут еще? А зачем он нам тут? Фишель. Окей, стандартно. Рейзер, Фишель и какая-нибудь Бейдоу с новичка. Это просто стандарт вообще. Казик, окей. А что мы тут Лего увидим? Было бы и тут хорошо Лего увидеть. Мика? А что происходит? А почему нам летит... Летят персонажи, которые выпадают в баннере сейчас? А разнообразие хотелось бы... Вот. То есть мы получаем еще раз Фишель, который мы получили с новичка. И получаем Тому, который падает сейчас в баннере. И все это мы получаем со стандарта. Да, ради этого мы и крутим стандарт, вы знаете, да? Осталось совсем чуть-чуть круток и... Очень надеюсь выбить малышку. Но я очень сомневаюсь. А нет, вот летит наша малышка Кли. Давайте посмотрим на ее сплэш-шарт. Ну это же просто наслаждение, ну... Ну согласитесь. Докрутим несколько круточек и посмотрим, что у нас получилось по констам. Что же у нас получилось? Но сначала мы, конечно же, должны ее поставить в отряд и посмотреть на эту огненную малышку, которая может просто уничтожить Мандштадт. Да. Ну или себя. Вот так вот. Это, конечно, плохо. Напоминаю, залетайте в телеграм-канал, там будет инструкция, как вы можете забрать этот аккаунт себе. Также, возможно, скоро покрутим Иолу, потому что все-таки это уникальнейший персонаж. Просто. Всем пока-пока и удачи на просторах Тейвата.